Эта железнодорожная пробка образовалась в результате пожара в одном из тимиртауских трамваев. По словам очевидцев, в начале 10 утра в трамвае, следовавшем по 4 маршруту, в результате короткого замыкания загорелась проводка. Пассажиров транспорта экстренно эвакуировали и начали тушить пожар. Двигались тоже по направлению и подъехали, когда видим, что вот это творится, мы выбежали и помогали тушить. Тушили огнетушителями, тушили, у которых были... которые уже использовались огнетушители, снегом таскали ведра, тушили снегом. Потом приехала патрульная служба, помогали нам тоже и ведрами, и снегом. В конце концов вызвали пожарную машину. Благодаря оперативным действиям трамвайщиков и пожарных, возгорание удалось потушить в считанные минуты. Как отмечают водители, если бы огонь перекинулся на салон, то последствия были бы куда хуже. Полностью мог вагон загореться. Если бы вовремя не поспели, не стали тушить снегом, там 77 года, вагон мог полностью сгореть моментально. Вот это, что он железный, а он горит, он быстро. 10 минут и вагона не будет. Останется только одни колеса. В результате пожара никто из пассажиров и сотрудников трампарка не пострадал. Сейчас выяснением причины возгорания занимаются ЧСники. Так, причина пожара устанавливается, предварительная электротехническая причина. Водитель трамвая сделал все возможное, чтобы эвакуировать пассажиров и потушить загорание. Сам же пострадавший транспорт еще не скоро сможет выйти на рейс. Сейчас его отбуксировали в трамвайный парк для более детального обследования и ремонта. Искандер Байкенов, Зура Исмурзаева, Владимир Пороховой. Новости Тимиртау.